Сегодня гуляем первый раз на улице, полноценно в коляске. Одеваться она не хотела, кричала, кривлялась. Но как только коляска поехала, она сразу уснула. Мы сделали кружок вокруг дома. Сейчас стоим на детской площадке. Ждем маму. Потом пойдем за молоком в магазин. Вот так мы гуляем сегодня. На улице морозно. Надели Веронику тепло. Вот она. Спит. Подпишись на наш канал «Папа, я» и получай новые интересные видео.